Жизнь детей в детском саду – это, конечно, не только праздники, но и будни. Каждый день воспитатели детского сада Нальмас Аула Кашхабль стараются сделать яркими для детей и запоминающимися. Лето – счастливая и веселая пара отдыха, развлечений и увлекательных путешествий. 16 июня в средней группе номер 3 прошел праздник «Здравствуй, лето». В программу были включены песни, игры и конкурсы. Лето малыши встретили стихами, описывающими эту замечательную пару. Хорошие соседи, счастливые друзья, нам весело живется, мы песенки поем. А песенки поется о том, как мы живем. Красота, красота, мы несем с собой кота. Чижика сова, ведь пузырья, обезьян пугает. Компания такая, вот компания такая. Так, сели. Был как бы
выходит из игры. Вот такое лето. Это много света. Это поле, это лес, это тысячи чудес. Это в небе облака, это быстрая река, это яркие цветы, это синие высоты. Опять смеется лето. В открытое окно солнышко света полным-полным-полным. Опять брусы и маки, и жаб на берегу, и нежно за лужайки ромашковом снегу. Отчего так много света, отчего вдруг так тепло? От того, что это лето, но все лето к нам пришло. От того и каждый день все длиннее, что не день. Но оно тянет все короче и короче. А сейчас мы... Yeah.
праздник. Спасибо всем. Праздник получился веселым, шумным, интересным и удивительным. Дети получили положительный эмоциональный настрой и заряд бодрости на